Дружище, а сколько лет ты меня смотришь? 1, 2, 3, 4, или, может быть, ты со мной с самого начала? Сколько бы ты меня ни смотрел, я хочу, чтобы ты доверял так же, как и мне, моим друзьям из PlayRock. Ведь в наше время делать контент такого уровня меня мотивируете только вы, ну и, конечно же, PlayRock. Это ребята, которые смогут помочь не только мне, но и, конечно же, вам. А знаете как? Давайте я вам расскажу. Для этого я вам оставлю ссылку в описании. Перейдя по ней, вы выбираете вкладку Free Fire. Нажимаете на иконку игры. Далее вы увидите большой ассортимент алмазов. Выбираете, что пожелает ваша душа, и проводите оплату любым удобным способом для вас. И в течение нескольких минут алмазы на вашем аккаунте. Ну вот теперь ты понял, что мои друзья лучшие в своем деле. Ведь PlayRock не только мой выбор. PlayRock – это выбор нашей семьи. И не забывай, что PlayRock – это гарант твоего доверия. Ссылка на PlayRock находится в описании. Кстати, хочу напомнить, что мы обратно вернулись на playrock.com. Зайдя сегодня в игру, я получаю вот такое уведомление, то есть письмо на почте, где у нас есть такой золотой унитазик, XM8, орущий цыпленок, это новый скин, где при убийстве появляется вот такой эффект. Здесь скорострельность 2, бронебойность 1 и какой-то там, ну, незначительный такой атрибут был, но это не важно, ребята, самое важное это скорость 2, чтобы вы понимали. Ну и, конечно же, вот такое объявление о килле. Сегодня мы будем играть с этого XM8 и затестим, как он вообще себя покажет в бою. Я надеюсь, вы прямо сейчас поставите лайк, подпишитесь на канал. Приятного вам просмотра. Все мы знаем, что XM8 это оружие, которое спавнится, ну, часто, наверное, на картах. И поэтому, поскольку очень много лута бывает на пике, я полечу прямо туда. Я там увидел Виктора, меня это не устраивает. Здесь никого нет. Ой, вот и XM8 сразу. Ладно, я Виктор возьму. Что-то вот на ближку же я должен взять, да? Правильно? Хотя, я вам скажу так. Это был XM8. Это был XM8, пацаны. Шалеть, что за пушка? Она такая скорострельная. Тишка, я не знаю, мины я зря поставил или нет. Так, пока вы там разбираетесь, я в лабиринт забегу. Так, следующий. Этот на Соньке был. Так, я думаю, надо обходить, ошалеть. Это что за оружие? Ну, это явно вашего лайка заслуживает. Так, босса еще не убивали. Мне надо побольше этих собрать себе врагов, чтобы побыстрее слить босса. Так, кто там убивает, да? Я не знаю, где мне стать. Братишка, вы не туда заехали. Ошалеть! Это что за оружие легендарное? Мне даже ближку не надо использовать. Ладно, я поехал. Так, на-на-на-на-на. Так, едем, аккуратно кого-то. Почему эмоция закончилась? Она не бесконечная разве? Подожди. Может, еще кто-то на этом пике остался? Блин, наверное, люди в недоумении, в шоках смотрят, что происходит. Это же на момент записи. В игре нет же этих вещей до сих пор. А звуки слышат они, интересно? Так, 7 киллов. Блин, можно, знаете, собрать ютуберов и... Бля, это пацан даже не понял, что происходит, наверное. Так, 8 киллов, хорошо. Это
Это ужас просто, ребята. Давайте босса замочим. Это просто прикол. О, геймер. Блин, с волчары этого босса, ну, нереально быстро убивается. Все, XM8 это мое любимое оружие. Да что ты делаешь? Почему ты так хорошо залетаешь в голову? Так, ребят, это либо XM8 хорош, либо трэшер вернулся. Что-то одно из двух. О, еще кого-то услышал на камне, да? Ты кого рашишь? А ты тот же? Это вообще другой чел. Не-не-не, убирай ты своих этих. Все, сзади кто-то пришел, да? Кто его убил? И этого убили. Так, ну там, ребята, за пригорком какой-то черт прячется опасный. А, вот кто. Вот кто его убил. Я пошел. Я поехал. Не спрашивайте, как я его увидел, он просто наблюдал, он не знал, что происходит, он думал, что это за чертовщина. Хорошая штука, чтобы отвлечь. Блин, ребята, вы чё? Вы на приколах каких-то, скажите мне. Я хотя бы ближку буду использовать в этой... не рубрике, я бы сказал, ну, видеоролике. Посмотрите на этот лутбокс. Ужас. Это ужас. Это какой-то ужас, я вам говорю. 6400 монет. Откуда у меня столько монет даже? Я тогда предлагаю купить цель. Устрани какого-то анонимуса. Хорошо. Да, сэр, сэр. Здорово. До свидания. Здорово. До свидания. Следующая цель. Наверное, даже вопрос буду. Ты хотя бы рейтинг играешь? Да, ребята, я играю в рейтинг до 4000... очков в конце, это все увидите. Просто это смесь XM8 вот этого читерского и меня. О, подожди, цель рано покупать. Там чувак какой-то. Есть, да, сэр. Оп. Видели, как вы тратили, а мы делали деньги. Капали, май бенгеры. Тут май бенгеры. А мы видели. Ты долго от меня прятаться хотел? Давай ты тоже. И ты тоже давай. Что это так? Уходи. Братан, на тебя нацелен космический... Я не знаю, что это, ребята. 18 килов. И последний вон там остался. Ну да. Мое самое любимое оружие. Конечно. Как же без этого? Как же я не мог без этого? Давай, откисай. Берем всегда и везде. Близких людей не оставим в нужде. Те, кто базарили, что я ноунейм. Сами так и остались никем. Мне всегда было начхать на мнение болван. 4500 рейтинга. Играю на этом рейтинге. И просто это оружие не чувствуется. Сколько? 19 килов, ребята. Так, жду тиктоки. У кого наберет в тиктоке 100 тысяч просмотров нарезка с этого видеоролика, может какой-то видос вы сделаете, смонтируете, тому 1000 рублей. От меня лично на карту. Вот такой XM8 у нас получился. Я в шоке, честно говоря, это моя первая катка. Я реально офигел. Я сейчас пойду еще играть, рейтинг апать. Ну там моя рубрика, путь до 30 тысяч рейтинг. Если кто не смотрел, после этого видео бегом туда и смотрите мой, рубрику, путь до 30 тысяч. А на этом все. С вами был Трэша. Спасибо всем огромное за просмотр. Надеюсь, видос вам нереально понравился. Всем ассаламу алейкум и всем пока.